Пожарно-спасательная служба подмены радиотелефонических служб. В пожарной службе раздается звонок. Горит вокзал на станции «Роза Хутор». Дежурный подает сигнал тревоги. Несколько минут на сборы, и пожарные выдвигаются к месту возгорания. Шесть единиц техники и 25 пожарных. Таков состав группы, которая немедленно приезжает к ЖД вокзалу. В тактических учениях отрабатывается каждая деталь. Пожарные проверяют и себя, и то, как работает техника. Самое главное непосредственно – это безопасность людей, отдыхающих на время проведения в зимний период. Значит, эвакуация людей, отработка взаимодействия органов, то есть взаимодействие, чтобы все структуры непосредственно взаимодействовали и работали в одном ритме. Именно поэтому в учениях участвуют не только пожарные. Как нужно действовать во время ЧП, отрабатывают все службы, в том числе городская и районные администрации. Приведу пример. Вот пожарный прибывает на пожар. Если в гидранте давление слабое, водоканал должен быть? Должен быть. Дежурные силы должны прибыть? Должны прибыть. Энергетики должны здание обесточить, если его тушат? Должны обесточить. Если газовые баллоны есть в здании, если есть газовая котельная, газовая служба должна прибыть? Должна прибыть. А еще на месте работает УВД, контролирует общественный порядок, и ГИБДД регулирует движение. Участвует в тренировках и Краснополянский аварийно-спасательный отряд «Кубань-Спас». Работы, говорят спасатели, с каждым годом становится все больше. Курорт наш функционирует сейчас круглогодично, в напряженном режиме. Туристов посещают Красную Поляну очень много, и часто происходят с людьми травмы ввиду сложности, особенностей рельефа местности. Возникает необходимость поиска заблудившихся. В целом же в учениях приняли участие 50 человек. Подобные тренировки в преддверии Нового года пройдут во всех районах Сочи, ведь, как правило, в праздничные дни люди более беспечны, а это значит, что пожары могут случаться чаще. Кроме того, впереди активный горнолыжный сезон. В Сочи приедет много туристов со всей страны. И здесь важно обеспечить им не только теплый прием, но и в первую очередь безопасность. Инга Габеша, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ».